Иван Бунин, Лопе де Вега и Вуди Аллен. Произведения этих писателей на театральной сцене увидит тамбовский зритель, благодаря актерам Магнитогорского драматического театра. В областной центр они приехали в рамках программы «Большие гастроли». Топовые и проверенные временем спектакли в Тамбов привезли театралы из Магнитогорска. Комбинация этих спектаклей популярна среди зрителей других городов. Хотя для актеров сыграть такие постановки – задача не из простых. Главный режиссер театра ответил, почему. Те спектакли, которые мы привезли на эти гастроли, они совершенно разные, они абсолютно разные все. Вот, окажутся хороши, мы, так сказать, не ударим грязь лицом. С 24 по 26 ноября любители театрального искусства увидят три постановки. Сегодня на сцене «Темной аллеи» Ивана Бунина. Это настоящая энциклопедия различных видов любви. Спектакль, состоящий из маленьких кусочков рассказов, превращается в единое целое. Изобретательная влюбленная – это традиции фарса и балагана с динамикой и раскованностью. Спектакль «Любовь в большом городе» будет интересен зрителям, которые любят специфический юмор Вуди Аллена.